Всем привет! Сегодня у нас будет очередной рецептик из курочки. У нас тут есть бедрышки вот такие, 4 штучки. Нам их сейчас нужно порезать на куски. Кожу можно лишнюю убрать. Она нам будет только мешать. Сразу отправляем в тарелку. После чего мы нашу курицу солим. Перчим. И перемешиваем. Наливаем растительного маслица. Ждем, когда она разогреется хорошенько. И выкладываем сюда нашу курочку. Пока у нас обжаривается мясо, мы приготовим чеснок. Возьмем примерно 6-7 зубочков чеснока. Возьмем немного острого перчика. Вот такой у нас перец здоровый. Возьмем его половинку. Так, курочка наша уже поджарилась. Отправляем туда наш чеснок и перец. Добавляем туда розмарин. Добавляем туда стаканчик вина белого. Накрываем крышкой, убавляем огонь и томим курочку 25 минут. Итак, ребята, кульминационный момент. За уши не тянешь. Поверьте мне. Mm.